звучит композиция, в названии которой существует, есть два слова, которые обозначают два понятия, которые я очень люблю. Первое понятие – жизнь, и второе понятие – стиль музыки самбо, я очень люблю. Эту пьесу написал Армен Мерабов. Пьеса называется «Самбо жизни». На бас-гитару приглашается Александр Бакунин. Саша!
сегодняшний наш сборный. Ничего не репетировалось заранее. Хотя, конечно, ну, справедливости ради надо сказать, что со всеми этими группами я играл или сейчас продолжаю играть, поэтому, конечно, эти произведения игрались. Но вот в такой вот ситуации это делается впервые. Инструментальная часть пока на время прерывается, и сейчас начнется вокальная часть. Сейчас на эту сцену выйдет девушка, певица, с которой мы знакомы с 1999 года, то есть уже 14 лет. Мы вместе играли... Да, с моих 6 лет, а с Катиных вообще полутора. С твоих 6? С твоих 6. Мы вместе играли в той группе, которая сейчас будет на сцене. А до этого мы играли вместе в группе Soundcake Андрея Давидяна. Мы играли вместе в аккомпанирующем составе певицы Алсу. Мы дружим, общаемся. И вот сейчас я приглашаю на сцену группу Шемякина Бэнд. Это вышел Михаил Гудков, тромбон. На гитаре будет играть Сергей Коньков, гитара. На бас-гитаре Павел Виноградов, которого я вам уже представлял. За клавишными инструментами занимает место Сергей Муратов. За перкуссией остается Сергей Мардаян. И я вызываю на сцену Екатерину Шемякину. Ну, Катя! В центральный. Он какой-то, это для коротышки какой-то, я не знаю, как. Ага. Добрый вечер. Лёня, спасибо тебе большое за праздник, который сегодня ты нам устроил. Никто в этом зале не верит. Ты нас обманул, это диверсия. Не может быть такого, что вот эта сумма, число двузначное, страшное. Это про тебя? И это не... Лёша, реверочка, и потом. Лёня самый молодой человек всегда, везде был и будет. И действительно, сегодня, наверное, все, каждый из присутствующих сказал о том, что это невозможно, что Лёне 50. Лёнь, я тебе искренне желаю счастья мужского, ну, как обычно. Вот. А все остальное у тебя будет, потому что по-другому просто не может быть. Лёня, с днем рождения! Thank you.
Леонид Хайкин, барабаны. Екатерина Шемякина, сам фанк. Леша, сделай мне, пожалуйста, реверочку. Я здесь буду бэк-вока. Следующая песня называется «У меня в мозгу и имеются некоторые проблемы». Говоря по-южному, ура, имею проблему в голове. I got so much trouble in my mind. Чтоб тебя обошло, Леонид. Друзья, поскольку у нас такая очень дружеская, почти семейная вечеринка сегодня, давайте будем направлены друг к другу. Give me a dream to carry on somebody. 'Cause everything
Следующая песня называется в переводе «Что такое хипово?» What is hip? Шемякина Бэнд, Катя Шемякина, Сергей Гудков,
Михаил Дудков, контрабас. Павел Виноградов, бас-гитара. Сергей Мардаян, перкуссия. Сергей Муратов, клавиши. Екатерина Шемякина. Красавица, умница. Комсомолка, спортсменка. Прежде чем следующий человек выйдет на сцену, я хочу маленькую-маленькую историю рассказать. Вот уже несколько лет мы с Сашей ездим отдыхать с Александрой. Не с Шуриком, с мальчиком, а с Шурочкой, с девочкой. Ездим отдыхать в Сухуми. Естественно, мы пристрастились к кавказской кухне, и, конечно же, мы пристрастились и к таким вещам, как хинкали, чакапули, чашашули и так далее, и так далее. И, конечно же, ну, никак не могло быть по-другому, чтобы мы, в конце концов, не познакомились с... Ну, не только с теми, с кем мы дружны в Сухуми, но мы уже здесь, в Москве, познакомились с замечательными людьми, которые живут здесь, в Москве, но они из Грузии. И я не мог не попросить их спеть в этот день что-нибудь для нас. Первым на эту сцену выйдет Гига Квинитадзе. Это ваши аплодисменты. Это композитор, аранжировщик и певец. А несколько его песен звучат в исполнении группы А-Студио. Что он будет петь, я не знаю. Он сказал, это сюрприз. Я прошу на сцену Гига Квинитадзе. А я, наверное, Гига, я уходить не буду. Я буду слушать его такие на сцене. Да. Добрый вечер, дорогие друзья. Да, Лен, пока педаль не работает, с днем рождения. Спасибо. Самое наилучшее я хочу тебе пожелать. И много любви и счастья тебе. Спасибо. Будь здоров. Спасибо. Ну, давай. Аплодисменты. Оставила мне ты.
Аплодисменты, Гига Бенитадзе. Для исполнения следующей песни я приглашаю на сцену бас-гитариста Дмитрия Рыбалова. Дмитрий Рыбалов! Гитариста Гасана Багирова. Гасан Багиров! За клавишами прошу занять место Армена Мирабова. И на саксофоне будет играть сегодня, по-моему, единственный в зале саксофонист Тимофей Хазанов. Ребята, ну, декабрь, Новый год, даже в понедельник у людей есть работа. И слава богу, что они зарабатывают для своих семей, для себя, чтобы хорошо отпраздновать Новый год, что-нибудь себе купить. Купить жене сапоги. Ребята, я не могу просто так вот отпустить представителя солнечной Грузии. Слава богу, что у нас потихонечку контакты налаживаются уже в магазинах. И вино появилось настоящее. Вот. То, что уж не говоря о том, что в Москве мы ходим исключительно в грузинский ресторан. Ничего не хочу сказать плохого про другие, но почему-то... Грузинское вино. Почему-то мы любим грузинскую кухню больше всего. Спасибо, так. Сейчас прозвучит песня, которую я объявлять не буду, вы ее все знаете. Для того, чтобы Гиге помочь, я вызываю на сцену очаровательную девушку. Эта девушка, дочь моего теперь большого друга из Смоленска. К сожалению, он не смог приехать, у него дела. Мы дружим семьями. У этой девушки прекрасные родители, папа и мама. Мама здесь. И я приглашаю на сцену Тамро Дудуня. Тамро, прошу. Добрый вечер. Oh, I know I said I saw what I know.
Кита Квинитадзе. Также ваши аплодисменты. Спасибо, друзья. Мы еще будем... А, еще я люблю чачи. Да, и в Смоленске Томас Николаевич, папа Тамро, сделал уже 100 литров чачи из 200 литров вина. Я не знаю, что со мной будет. Мы поедем в январе. Следующим номером нашей программы будет тоже девушка, певица, с которой мы знакомы, а в общем-то тоже очень много. И вместе играли, и вместе играли в Алсу. У нее есть своя группа. Прежде чем она выйдет на эту сцену, я вызову музыкантов. Бас-гитара Сергей Сокулер. Прошу, Сережа. Сейчас, кричит Сережа. Сейчас. За клавишами будет наш незаменимый, все тот же Сергей Муратов. Сережа, ты где? Сережа номер два. Сережа номер три. Сергей Воробьев. Это перкуссия и бэк-вокал. На гитаре будет играть Алексей Грачев. Ребята, да где же вы? Идем, идем, говорит, сейчас идем, сейчас это погоди. А, еще один член этого коллектива. Прекрасная девушка, которая поет бэк-вокал. Ее зовут Аня. Фамилию не буду называть, потому что не надо. Девушка Анна. Алексей Грачев вышел. Леха. Алексей Грачев, гитара. Сейчас, возможно, будет какая-то некоторая такая пауза, которую я заполню болтовней. Друзья мои, я хотел сказать эту речь попозже, а скажу, наверное, сейчас. Я очень рад видеть вас всех здесь. Я очень рад, что вы все пришли. Я вас всех очень люблю. Некоторых из вас в зале я... Не знаю, к сожалению, но, тем не менее, я радуюсь, что пришли люди, которых я, например, и не знаю, которых привлекло вот это объявление, что будет такой концерт. А всех остальных я знаю, очень люблю, очень ценю. Друзья мои, как настроение вообще, честно говоря? Как настроение? Как настроение! Вот. Это как на поп-концерте. Я не слышу! Ты что, глухой, что? Леша, выводи вот все три на первой линии. Ансамбль нарядный. Друзья мои, а теперь... Так, Сергей Сокулер, бас-гитара. Вот он появился. Теперь вы можете его видеть. Сергей Воробьев. Под кодовым названием «Киса». С «Кисой» мы знакомы. Между прочим, граждане, уважаемая публика, я должен сказать, что... Кстати, да, Серега, мы с тобой знакомы больше, чем с кем бы то ни было здесь. Мы с тобой знакомы, чувак, с 89-го года. С 88-го, но не раньше. 89-й или 88-й, в Сокольниках, на Шумкино. Ребята, 20 уже, сколько, 5 лет, а? Вот. Мы с ним знакомы. Это половину своей жизни я с этим безобразником знаком. Чего было? Кстати, Сергей Воробьев играл на гитаре в коллективе «Алсу». Прошу любить и жаловать. А также является еще и композитором, исполнителем своих песен. Ну, немножечко хулиганских, поэтому о них мало кто знает. Вот. Но я знаю. Поет. Он будет петь обязательно. Теперь о той девушке, которая выйдет на сцену. Я просто не могу найти таких подходящих слов, чтобы выразить свое к ней отношение. Не знаю почему. Это как-то так получилось, что в принципе ко всем, с кем я работаю или работал раньше, и, ну, за исключением, может быть, поп-звезд, к которым я отношусь, ну так, просто рабочие отношения. Те, с кем я играл любимую музыку, вот та, которая сейчас будет звучать,
У меня особое отношение теплое. Но к той, которая сейчас выйдет на сцену, оно какое-то, не знаю почему, не знаю, не могу сказать. Оно отдельное какое-то. Может быть, потому что она необычно выглядит? Может быть. Не знаю. Либо это из-за ее характера. В общем, я хочу вам представить, дамы и господа, уважаемая публика, ladies and gentlemen, Софи Акран. Вот, я не знаю, почему вот я ее так люблю. Здравствуйте, дорогие друзья. Очень приятно Лёню поздравлять таким вот музыкальным образом. Мы с ним знакомы тоже очень давно. Достаточно. Да? Мы с ним вместе плавали, летали, ездили на поездах. Да, Лёня всегда был четвертым в купе среди трех девочек. Да. И я с большим удовольствием, и все ребята с Лёнечкой здесь сейчас споем его замечательный праздник. С днем рождения, Лёня. Спасибо! Раз. Лёша, добавь там реверочков всяких. Эй.
Олег, выходи. София Кран. Выходи. Было бы здорово, если бы здесь чуть-чуть получше было слышно. Спасибо. What makes you feel like doing stuff like that? What makes you feel like doing stuff like that?
аплодисменты, аплодисменты! С днём рождения! Спасибо! Эх, я эту песню люблю больше всего. Я все-таки упросил. Давайте еще. Песня называется «Черный кофе». Black coffee. Now there's lots of gun that will. It was
как я люблю такие неторопливые песни. Уже прямо... Перед следующим номером, который называется «Либертанго», имеющий отношение к этому номеру, будьте готовы! Я хочу, друзья мои, произнести маленькую речь именинника. Ну, такой, наподобие тоста. Я уже говорил, что я всех здесь очень люблю, очень ценю. Даже тех, кого я не знаю, люблю за то, что они пришли. Тем более тех, кого я знаю. Поаплодируйте друг другу. Что я хочу сказать? Многие из нас, я думаю, что все, музыканты в особенности, да простит меня публика, которая не занимается музыкой, это не хуже, это не лучше, просто это так есть. Для музыкантов, может быть, это даже и немножко хуже, это мешает им жить. Мы люди очень чувствительные, тонкие, ранимые и даже мнительные. И какое-то невзначай сказанное слово, взгляд может нас обидеть. Поэтому я сейчас хочу попросить прощения, если я вдруг, может быть, когда-нибудь кого-то так обидел. Простите меня, ребята, я не имел в виду никого обижать. Я, может быть, был заносчив, может быть, был высокомерен, может быть, был невнимателен. Я прошу не держать на меня зла. И я хочу попросить, чтобы вы все друг друга берегли, относились друг к другу внимательнее. Мы же все такие хорошие, замечательные. У каждого есть свои тараканы, не будем их тревожить. Мало того, что внимательно, ну и, может быть, даже и снисходительно. Ну, я так, в общем, как-то вроде бы это самое, 50 лет и это, мудрею, что ли. Сейчас будет инструментальный номер, будет звучать скрипка. Эта мелодия называется «Либертанго». Ее написал Астор Пиацолла. Вы, конечно же, эту пьесу замечательную знаете. Я хочу два слова сказать об этой замечательной женщине, которая сейчас выйдет на сцену. Предыстория. Катенька, можно рассказать про твою? Катю недавно один негодяй на машине сбил. Вот, да. Ну, собственно, когда мы общались и по телефону, и в соцсети, я говорю: «Катюша, как же я хотел, чтобы ты пришла, вот у тебя такая вот история». Она говорит: «Ну, я попробую, постараюсь, что скажут врачи. Ребята, случилось, в общем-то, замечательная вещь. Катя на ногах». Я ей сказал: «Катя, мы тебе окажем моральную поддержку». Потом подумал, говорю: «И аморальную тоже». И Катя сказала: «Это очень интересно, это гораздо интереснее». Ребята, давайте окажем Екатерине Лимановой нашу аморальную поддержку. Вот, Катюшенька. Причем это исключительный случай, ребята, я с Катей не играл. В принципе, этот концерт, здесь играют те, с кем я когда-либо был на сцене. Но вот это исключение, я просто не смог устоять перед этим исключением, как и не смог устоять перед исключением, когда здесь звучали песни от наших грузинских друзей. А, Катя, да? Вот у нас скрипка. Леша, включи. Раз. У нас скрипка, да. Но я прошу прощения заранее, во-первых, за то, что я немножко вот в таком виде, в хромающем. Во-вторых, я сразу хочу сказать: Лешка, я тебя поздравляю с днем рождения. Мы с тобой не так давно знакомы, но я тебя уже люблю. И я тебя. И не будьте строги, я правда играю первый раз. Мы не репетировали. Это мы вообще не репетировали, кстати, да. Это мы вообще ни разу не репетировали. Так что сейчас будет смешно, если что. Если Сергей Кимович Мардаян не возражает, он может занять место за перкуссийным станком. Сергей Мардаян! Кстати, Серега, сказать? Нет, не сказать? Сказать? Вот мне тут люди говорят, что... Ай, ну там, хорошо выглядишь, да, ну хорошо, да. Я про себя там хорошо, на 50 не выглядишь. Кто мне скажет, сколько лет Сергею Кимовичу? Не-не-не, по-серьезному, Катенька, вот ты женским взглядом посмотри, сколько лет человеку.
47. Хрен, 60. Ребята, занимайтесь музыкой. Занимайтесь музыкой, вот, пожалуйста. Так что у меня есть пример для подражания. И он живчик неимоверный. Серёня и чечётку может станцевать. А кто же у нас будет играть Ливертанго на клавишах? Или давай без клавиш? Мы без клавиш. Мы без клавиш. Да, давайте обойдемся без клавиш. Лёнь, честно говоря, если бы мне не сказали, что тебе 50, я бы в жизни не поверила. Я сам что-то как-то, я не знаю, ну цифра какая-то, я не ощущаю. Ну и хорошо. Thank you.
Екатерина Лиманова, «Либертанго». Спасибо. У меня есть небольшой сюрприз для Лёни, можно ли? Да. Сейчас. Ну-ка. Я хотела бы пригласить на эту сцену Армена Мирабова. Так. И Александра Бакунина. Так. Так. Пожалуйста. Армен Мирабов и Александр Бакунин, прошу появиться на сцене. Ребята. Армен Мирабов, ваши аплодисменты. Саня Бакунин. Александр Бакунин, пожалуйста. Саша. Все позвали Сашу. Идет. Спрашивает, что играем, и я говорю, как мне когда-то Армен Мирабов сказал, ему на сцене спрашиваю: Армен, а что играем? Он говорит: Ре-минор. Сейчас та же история. Поехали. Опа!
подарок? Да. Сейчас. Тогда я убираю скрипку. И тоже без репетиции. Арменчик, пожалуйста. Ты мне тогда сказал ре минор, а я тебе говорю си минор. Ленечка, это для тебя. Судьбою так загадано, листва на землю сброшена, листва на землю сброшена, но слышу сердце звон. Приходит к нам негаданно, негаданно непрошено, негаданно непрошено, последняя любовь. Горчит калина, губ твоих калина, идут на лбы теплые деньги. Мне надо знать, что я еще любима, любима, и ты мне в этом просто помоги. Армен, пожалуйста, соло. Екатерина Лиманова. Вот честное слово, спасибо, честное слово. Нога на сцене вообще не болит. Сейчас на сцену выйдет исключительный человек по многим пунктам. Пункт номер один. Он не девочка. Он даже не мальчик, он мужчина. Взрослый мужчина, красавец мужчина.
сегодня единственный мужчина, поющий здесь. Это раз. Исключение номер два. С этим человеком я играл дольше, чем с кем бы то ни было в своей жизни. 7, а может быть даже и больше лет. Это два. В-третьих, это обладатель редкого голоса и редкого мужского обаяния. Обычно женщины могут хлопаться в обморок, когда он выходит на сцену. Ну и ко всему прочему, чтобы его аж совсем уже добить, к чертовой матери, он участник нынешнего сезона программы «Голос». И зовут его Андрей Давидян, дамы и господа. Но ситуация, между прочим, у нас такая забавная и любопытная. Дело в том, что с Андреем пришел лишь только его гитарист из его ансамбля. А, понимаете ли, остальные, ну, не могут. Один пианист заболел, к сожалению. Пожелаем ему здоровья. Арам, здоровьюшки тебе. А второй пианист завтра выступает в консерватории. Ребята, ну это серьезная вещь. Он готовит... так здорово разговаривает. Он готовит программу. Да, я в себе открыл талант болтолога. Вот. Поэтому сейчас я передаю слово. Андрюш, давай, ты разговариваешь лучше, чем я. И скажи, что играть-то будем. Я вообще не разговариваю, Андрюш. А? Ну, выходим, что-то говорим, какие-то приветственные слова. Но сегодня у нас есть повод. У меня очень много высоких частот здесь. Чуть-чуть дайте низких здесь в монитор. Спасибо, друзья. Сегодня есть очень правильный и дружественный повод, потому что 5-0, ребят, это серьезная какая-то фаза в жизни. И то, что сегодня Лёня, окей, сейчас хорошо, чуть-чуть, да, здесь. И то, что сегодня Лёня отмечает свой юбилей, а это юбилей. И мы, где бы мы ни, куда бы мы ни ездили, в какой бы стране мы ни были сегодня, вот тот, кто свободен был, все пришли сегодня сюда. Лёня, слава! Поэтому я хочу, чтобы вы поняли правильно. Сегодня мы отмечаем юбилей Леонида Хайкина. Вот это. Thank you.
Слышал эту группу. Эта группа называлась Soundcake. И вот эти двое, Андрей и Аня, это главные в Soundcake, ребята. Ха-ха. Этот главный мужчина, а это главная женщина в Soundcake. И я тогда их услышал и подумал, ничего себе, в Москве, в России играется такая музыка нашими музыкантами. И я понял, что не все потеряно, и не обязательно уезжать куда-нибудь в город Америку. Можно и здесь играть то, что нравится. К тому же на одном языке разговариваю. Итак, я, между прочим, вот выступление группы Soundcake в силу отсутствия целого состава, это, так сказать, экспромт. Экспромточка. Они все заболели сегодня. Они все заболели. Лен, они будут наказаны. Спасибо, спасибо за то, что ты нас так красиво объявил. Это первое. Это всегда очень приятно. И я хотела бы тебя поздравить с твоим летием. Я хочу, чтобы ты оставался таким же, но уже немного винтажным. Винтаж. И становился, чтобы ты все винтажнее и винтажнее, в хорошем смысле. Таким ламповым совсем. I'm gonna be a vintage man! И я всегда вспоминаю наше с тобой общение. Да. Не только о музыке, как это у музыкантов часто бывает. Не, больные люди говорят только о музыке. О чем мы с тобой разговаривали о многом. Да.
Нас вообще сейчас. С днем рождения, Лёня! Спасибо! Здоровья тебе! И всего остального! У нас здесь очень много сюрпризов. Один из самых главных для меня – это басист, которого я любил всю свою жизнь. Павел Виноградов. Сейчас мы будем играть для вас. Уважаемая публика, я приношу глубочайшие извинения за то, что я, идиот старый, не представил, во-первых, Леонид Берзович, гитара. За клавишами находится Дмитрий Перец. Лысая башка, такая же, как и я. Дима. Итак, песня. Песня про хорошее настроение. У вас хорошее настроение? Ну-ка дайте голос. Эй! 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 Come on! Все хорошо? У нас тоже неплохо. I feel nice, like you can eat. I feel.
Молодцы, я хочу пожелать своему другу, с кем я очень много лет... Как настроение? Он все время спрашивает, как назад. Откуда будет плохое? Давайте сейчас будем вычислять, где хорошее, где плохое. Плохого нет. И самое главное, сегодня мы собрались здесь для того, чтобы поздравить нашего фантастического дядьку. У меня шнурок. Нашего такого очень красивого джентльмена. И пожелать ему здоровья. Это самое главное. 55-0, ребят. Это серьезно. Когда вы, у кого-то из вас наступит вот, этот, вот эта пауза такая легкая. Подожди здесь, останься. Не говори, я старше. Я старше. Так вот. Если наступит эта пауза у кого-то, у тех, кто в этом зале, и его будут так чествовать, я был бы самым счастливым человеком. То, что я знаю, что такое 55-0. Это не Аргентина и Ямайка. Это совершенно другая история, ребят. Это внутренняя работа. Окей? Я поздравляю моего друга Ленечку, с которым я очень провел много лет вместе. И хочу, чтобы он остался таким же оптимистом, таким красавцем и был всегда рядом с нами. А мы всегда были рядом с ним. Окей. Thank you.
Это был Анна Абрамочкина, это Дмитрий Перец, Леонид Берзович, Павел Виноградов, Сергей Мардаян. Друзья мои, опять сейчас выйдет на эту сцену женщина, которая будет петь. Для того, чтобы ей аккомпанировать. Спасибо вам, ребята. Развлекайтесь, выпивайте. Я приглашаю занять место за клавишами Армена Мирабова. Бас-гитару я предлагаю взять Александру Бакунину. А петь я хочу попросить выйти Мариам Мирабову. Я знаю эту группу очень давно. Это группа Мирайф. Это замечательная группа, замечательные люди, прекрасные люди. Я стал с ними сотрудничать в начале этого года. Я приберег это, так сказать, деликатесное угощение для вас, мои дорогие. Мы споем две песни, одну из которых я знаю, что мы будем петь, а вторую я не знаю. Первая песня... Мария объявит или мне сказать? Мария, что ты объявишь сама? Тин-дин! Мария Мирабова! Повелитель четырех толстых басовых струн Александр Бакунин! Я хочу сказать вот что. Я хочу сказать тост. И нервно выпил. Леньку я обожаю. Я его очень люблю за то, что он, конечно, в хорошем смысле этого слова, легкий человек. Понимаете, есть люди, с которым ты с удовольствием молчишь. Помимо того, что с удовольствием разговариваешь. Вот с Леней можно с удовольствием помолчать. Да. Да, это редкое качество. И здесь должны быть аплодисменты не мне, а Леньке. Ну почему? Да, я сегодня, да, я сегодня показал, как я молчать. У меня есть замечательная подруга. Прекрасная она и художница, и актриса. Как-то так все удачно у нее удалось. И я поняла, что я подарю, я тебе подарю две ее акварели, и они со смыслом. Значит, так как у тебя Сашка, она совершенно чудесная, изумительная хозяйка, она сама выберет обрамление. Значит, а я тебе подарю одну акварель, которая олицетворяет твое состояние, это аквариум. Вы знаете, на что можно, да, смотреть на рыбы? На огонь и на рыбу. Это тебе рыбки, изумительные. Но когда я приобретала эту акварель, значит, я увидела там еще портрет двух. И я поняла, что это они с Сашей. Вот, я одна, держи, и пусть это висит у вас в доме, напоминает обо мне, тоже. Буду петь я не две песни, а три, наглым образом. Александр Бакунин. Мэйчик Мирабов. В общем, у меня большое счастье, что у меня есть друг Леня Хайкин. Недавно мы, кстати, посещали, значит, с гастролями. Не так давно Одесскую филармонию. Очень смешной момент был. Одесса сама по себе прекрасна, да? Не будем углубляться. И, значит, перед саундчеком я стою внизу и прошу, значит, портье связаться с... Говорю, позвоните в такой-то номер и попросите Леонида Хайкина. Рядом стоит женщина, такая очень похожа на Любу Успенскую. Все это слушает и говорит, такие какие приятные фамилии звучат у нас в городе. Это было замечательно. Оказалось, она владелица этого отеля.
в общем-то. Потом зацепились словами, языками и так далее. Не о том речь. Какие прекрасные фамилии звучат у нас сегодня. Леонид Тайкин. А первая вещь, одна из самых позитивнейших произведений в мировой классике. Про The Taste of Time. А что там, а что фонит? Бас фонит? Ай-я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 й. Someone take you away, and that time.
отмечаю. И я, именинник, юбиляр, юбилярыч. А следующая песня – это мое все. Потому, как всегда, делюсь моим всем. Песня о далекой родине. Или... Наболевшей геополитической ситуации посвящается, клянусь вам, Джорджа Фара Омамайда. Сатягам, сатягам, Georgia, Georgia.
Екатерина Лебанова. Решили, что эту песню тоже вместе исполним. Эту песню. Спасибо вам большое. Я под большим впечатлением от всего концерта, потому что наконец-то могла услышать всех, кому мечтала попасть на концерты, но не удавалось, потому что совпадали наши концерты. Всем привет! Наконец-то услышала. Слава Богу. А мы исполним сейчас напоследок, я лично напоследок на свой, потому что еще куча-куча поздравляла. Вот. Я исполню то, что просил меня Ленька. Он это любит, мало того, это люблю я. Такое совпадение. И хочу пожелать этой песне большой-большой любви всем и каждому. И, конечно, того же, о чем говорил Леня в начале концерта. О доброте, конечно же, о мудрости. Леня, мне, конечно, не 89, как тебе. Мне уже 90. Лёнь, я тебя обожаю, потому что... И взаимно. Быть таким красивым, Роза, красавец. Вот и все. Это кайф. Я желаю нам всем попутных ветров, самых теплых, самых чудесных, всепомогающих. Я желаю нам всем перемен, если только, ну, только лучше. Обязательно. Это в преддверии все-таки, как тебе удалось в преддверии Нового года родиться. Мечты сбываются. Обязательно. Друзья.
завтра прошлому замену. Come on.
Всегда знаю, как примерно начнем, но никогда не знаю, как это закончится. Никита Фигур, спасибо большое. Мария Мирабова, Сергей Коньков, Александр Бакунин, Армен Мирабов, а вас, Штирлиц, я попрошу остаться за станком, потому что сейчас, в заключение нашего официальной части нашего концерта, сейчас здесь за клавишами остается Армен Мирабов, за перкуссией остается Сергей Мардаян, на бас-гитару пришел опять Дмитрий Рыбалов, на гитаре будет играть Гасан Багиров, а петь будет та, о которой я сейчас должен обязательно сказать два слова. Мы познакомились 3 года и 8 месяцев назад приблизительно, и ее зовут Саша. Эта женщина очень много для меня значит, она очень многому меня научила, очень многие вещи я стал понимать с ее помощью гораздо лучше, а некоторые вещи просто тупо стал понимать, потому что раньше их вообще никак не понимал. И слава богу, что пришлось прожить 50 лет, чтобы понять, что у женщины надо учиться, потому что, французы говорят, что хочет женщина, того хочет Бог. И вообще все ученые говорят, что у женщин интуиция, и они... Да-да-да, мои хорошие, мои красивые, это все о вас, это все о вас. Мало того, что она красавица, умница, так она еще и певица! И сейчас для вас будет петь моя любимая Саша Морозова! Выходи, Сашенька, выходи. Будет играть Екатерина Лиманова. Катенька, извини, это что мы тебя что? Эксплуатируем. Лёня, это мы договорились только сейчас показать. Сама. Ну что ж вы... Блин, надо же было вот, что мы тебя заставляем. Это все не эксплуат. Абсолютно. У меня так точно. Я хочу сказать два слова. Я счастливый человек. Я счастливый человек, во-первых, потому что у меня есть вы, мои замечательные друзья. Это раз. Во-вторых, потому что я играю музыку, которую я очень люблю. Я всю жизнь мечтал играть вот приблизительно такую музыку, которая сегодня звучала на этой сцене, с этой сцены. И если, скажем, в юности я был максималистом и совершенно не любил и не принимал отечественную эстраду, но сейчас я понимаю, что там есть жемчужины. Конечно, в целом, целиком она, может, так не очень казистая какая-то. Много было каких-то таких песен, которые не остались. Но то, что осталось, то, что нам нравится, это замечательные произведения. И вот сейчас прозвучит сперва одно из них, а потом второе из них. Объявлять их совершенно не обязательно. Вот точно так же, как Мариам сейчас пела про ветер перемен. Мы все эти песни знаем, любим. Они действительно красивые. Они действительно вечные. И слушать их одно удовольствие, и играть. И я надеюсь, что у нас получится вот в таком экспромтном составе. Репетировали мы совсем немного, но, надеюсь, у нас все получится Какое хорошо. Прошлое? Леша, Сашеньке, пожалуйста, холл. Да, Лешенька помнит. Холл большой объемный. Ну, давайте. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Ленечка, я не буду тебе ничего говорить. Я тебе уже думаю, все сказала. Ты мне уже давно сказала. Кстати, 14-го говорю, что я буду 8 месяцев. Вообще у меня 13-го в пятницу день рождения. Я родился 13-го в пятницу, и 50 лет мне 13-го было в пятницу. И год 13-й. Что эти цифры значат, я не знаю. Ну, все хорошо. Да. Ну что, попробуем. Ну, давайте. Леня, это песня для тебя. Так, бумажка вошла. У меня тоже здесь бумажка. Я не помню, не знаю слов, просто подарок люблю. А я просто много не знаю. Сказочный.
Скотт, там есть много красот. Перед тем, как она прозвучит, я хочу поблагодарить клуб. Клуб я хочу очень от души, от сердца поблагодарить. И в лице его арт-директора, человека, с которым мы обо всем договаривались, с которым мы тоже, ну, не так давно, но прилично знакомы. Араек, дорогой, я тебя очень люблю и уважаю. Ты сделал такое замечательное дело, что разрешил нам тут собраться и отметить мой юбилей. А песня, которая прозвучит напоследок, называется «Горница». Почему мы ее выбрали? Не только потому, что это красивая песня. Да, я ее выбрал. Просто-напросто есть один маленький нюанс. Он не маленький, но это нюанс. Дело в том, что папа у Саши композитор. Народный артист России, народный артист Украины, народный артист Молдовы Александр Морозов. Он, собственно говоря, эту песню и написал, и поэтому сейчас совершенно...
так сказать, у меня с полным правом, мы ее для вас и исполним. В горнице сыграет соло Тимофей Казанов, дамы и господа! Тимофей Казанов? Бас-гитара Дмитрий Рыбалов, гитара Гасан Багиров, клавиши Армен Мирабов, перкуссия Сергей Мардаян, скрипка Катя Лиманова и я, ваш покорный слуга. Итак, горнице моей... Thank you.
ночной звездной лодку носить себе. Буду до ночной закончен. Что будет дальше, я не знаю. Не исключено, что может случиться повидло, сироп, варенье, конфитюр и джем.